дорогие наши работники предприятий бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, дорогие вангородцы, коллеги. Очень приятно сегодня вас видеть в этом зале. В этом году немножечко формат у нас получился поуже, не в Доме культуры, как мы обычно, но я думаю, что все вы прекрасно понимаете, да, то, в каких условиях живет вся наша страна. Для нас, конечно, самое главное – это внимание к вашему труду. Я думаю, что никто отрицать не будет, что, глядя на вас, на ваш ежедневный, очень тяжелый труд, можно охарактеризовать как настоящие труженики, труженики нашей страны, труженики нашего города, потому что вы действительно встаете раньше всех и всегда стараетесь сделать так, чтобы мир вокруг нас был чище, уютней. Ну и, как уже сказано было, действительно, благодаря вам, утром люди, идя на работу, сразу понятно, в хорошем настроении или в плохом. Вот, поэтому это в ваших силах, это ваша задача. Наши руководители ее перед вами, я думаю, постоянно ставят. Вот. Ну а мы, конечно, видим вашу заботу, ваш вклад. Сердечно поздравляю вас с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства. Труд работников отрасли ЖКХ отражается на качестве жизни каждого из нас. От вас зависит, будет ли в домах светло, тепло и комфортно. Примите искреннюю признательность за ваш ежедневный вклад в отлаженный быт горожан. Пусть вокруг вас в профессиональной и личной жизни все сияет безупречным порядком.